Доброе утро. Чай буду пить. Уже там все подготовила. Бутербродики. Масло там туда-сюда положила. Ну, положила или как? Как правильно вообще? Постоянно путаюсь. Намазала, вот. Сливочное, да? Чай сейчас налью. И все, надо печку протереть еще. Чуть в Анапе хорошая погода. 27-26 градусов плюс. Тепло. Так, чаечек. Приятного аппетита. И мне, и вам. И вам, и мне. И вам, и мне, и мне, и вам. Хорошего настроения вам. И спасибо, что вы есть у меня. Что бы я делала без вас? Хорошо, что вы у меня появились. Слава Богу. Я это честно говорю. От всего сердца. Искренне. Я бы не знала, что бы я делала без вас. Хорошо, что через интернет все-таки можно и друзей, и вообще. Сейчас я посахарю чай. Ну, так, немножечко я положу, ложечек накладу. А, кстати, просто я не представляю, как можно бутерброд кушать без сахара. Так-то я люблю без сахара пить чай. А пицца, бутерброды, пирожки там всякие, я люблю так немножко посахарить. Чуть-чуть. Приятного аппетита, хорошего настроения. Хорошо, что вы у меня есть. Очень хорошо. Что не делается, то к лучшему. Хорошего настроения, приятного аппетита. В Анапе тепло. Ну и у вас тоже будет тепло. Я слышала такую новость, но не могу утверждать, что в Санкт-Петербурге и в Москве тоже будет тепло. Бабе лето. Мои хорошие. Приятного аппетита. Лимончик еще вот. Приятного аппетита, мои хорошие.